На городских улицах начался первый этап ямочного ремонта. Переменчивая погода и резкие перепады температур в зимнее время привели к разрушению дорожного полотна на некоторых участках улиц. На дорогах образовались ямы и сколы. В настоящее время в городском поселении производится ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог. Основные улицы – это Победы, Луначарского, Интернациональная, Гоголя. Также первоочередное внимание будет уделено улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также дороги с наибольшим разрушением полотна. Ремонтным работам предшествует мониторинг состояния городских дорог. Составляются дефектные ведомости, определяются графики предстоящих работ. Работы производит фирма «Промстрой», руководитель Колосов. Для улучшения качества и применения новых технологий субподряд была принята компания «Антияма», город Краснодар. В прошлом году они зарекомендовали себя. Краснодарская фирма «Антияма» производится работы по новым технологиям, которые используются не только в России, но и в Европе. Допускается при минусовой температуре производить ремонт. В данный момент проведено работ более 300 квадратов. Планируется, что первый этап ямочного ремонта на городских улицах завершится в первой декаде марта.